Добрый день, уважаемые зрители. Канал ПВЛ начинает вещание в прямом эфире. Сегодня мы на митинге в Санкт-Петербурге. Это общегородской митинг, на который придут более 40 различных общественных организаций города. Люди пока собираются. Митинг согласован. Людей пока не очень много, наверное, человек 300. Вот люди подходят, на самом деле, большими группами, с флагами. Вот там уже кого-то с флагом задержали на подходе. Людей пока не очень много, люди подходят, но силовых структур очень и очень много. Сейчас мы покажем вам поближе, да? Очень много милиции, очень много ОМОНа, люди в штатском, ФСБ, наблюдение и так далее. Сейчас покажем вам поближе, что происходит вокруг митинга. Вот там такие видно. Полный автобус милиции. Различные Уралы, ОМОНа, автомобили Тигр. Очень много просто милицейских машин. Вот здесь это тоже видно. Вокруг всей площади ОСКК огромное количество милиции. Митинг сегодня проходит ОСКК около Парка Победы. Вот здесь тоже милиция. Вот здесь тоже милиция. Ближайшая станция метро Парк Победы. И если люди вышли из Парка Победы, вот эта машина спецслужб. Вот здесь тоже машина спецслужб. Вот здесь вот еще автобус полной милиции. Значит, если граждане идут на митинг от метро Парк Победы, вот оттуда, от парка, то их сразу встречает ОМОН и милиция, прямо в метро. От машины ОМОНа, там стоят милиция. По всему парку кучкуется милиция по 5-7 человек. ОМОН на машине. Милиция, ОМОН, машины и ДПС. Сейчас поближе подойдем к милиции, посмотрим их вблизи. Пока митинг еще собирается. Начало митинга в 11 часов.